Идея организовать Мурфест у волонтеров появилась 2 года назад. И вот, наконец, благодаря поддержке фонда президентских грантов она воплотилась в жизнь. Праздник рассчитан абсолютно для всех, и маленьких, и взрослых. У нас будет большая, очень насыщенная программа, чтобы она была интересной для всех. То есть у нас для деток будут различные арт-мастерские, где они смогут творить. У нас будет сладкая вата, у нас будет аквагрим. Естественно, у нас будут котики из приюта, с которыми можно будет познакомиться. И потом, если они понравятся, то забрать уже из приюта. А для взрослых у нас будет больше такая познавательная программа. То есть мы будем рассказывать, почему важно стерилизовать животных, как правильно за ними ухаживать. На празднике предусмотрена консультация ветеринарного врача и грумера. Также будут работать игровые площадки. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных. В первую очередь направлено на то, чтобы люди посмотрели на то, какие условия могут быть для животных, и задумались вообще над тем, как они сами могут им помочь. То есть если вы, например, на улице видите животное, то как вы сами можете самостоятельно ему помочь, это первое. Второе, это, естественно, мы приглашаем ветеринаров, грумеров, чтобы они рассказывали, как правильно лечить животное, например, как за ним ухаживать в домашних условиях. Мурфест пройдет 16 сентября на танцевальной площадке в парке Зернова. Начнется в 12:00. Прийти могут все желающие. С собой можно принести еду, игрушки, пледы для четвероногих друзей. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.